Мелкий, ко мне скоро девушка придет, чтобы в комнату не заходил, понял? Не понял, почему? Потому что у твоего брата давно не было. Чего? Гостей. И у меня давно не было, можно с вами посижу? Нельзя, будешь нам мешать. Я могу свечку подержать. А сколько тебе надо, чтобы ты нам не мешал? 1000. Сколько? 2. Ты что, в край офигел, что ли? 3. Короче, на тебе 1000, и смотри, если хоть раз к двери подойдешь, я тебе... Я понял. Ну что, может, расслабляющий массаж? Ой, а давай. Какую, кстати, музыку включить? Что они там делают? Давай романтичную. Слушай, может, свет выключим? Да без проблем. Погоди, погоди, я в туалет схожу. Привет. Ой, здрасте, а вы что, уже все? Что все? Вот гад мелкий. Закончили? Нет еще, проваливай отсюда. Даня, ты что такой грубый? Мне показалось, что мы с тобой договорились. О чем? Что ты не будешь нам мешать. А он нам не мешает? Хочешь с нами посидеть? Конечно, хочу. Давай, Даня, сделай массаж братику. Айда, проходи, сейчас тебе такой массаж сделаю. Ой-ой-ой, а можно без массажа? А вообще-то у твоего брата золотые руки. Видимо, после дождя. Ладно, я пошел. Ты че, щегол, мы же с тобой договорились. Да мне скучно одному. А я тебе 1000 зачем дал? Чтоб ты не скучал. Ну и за 1000 три минуты и не скучал. Да ты охренел. Даня, ты скоро? Я соскучилась. Блин. Короче, на вот тебе еще 1000. Чтобы вот из этой комнаты вообще не выходил, понял? Понял, еще 3 минуты посижу. В смысле 3? Тебе что, 3 минут не хватит? Нет. Еще даже 2 минуты останется. Ну ты где? Короче, на последние. Все, договорились? У тебя 6 минут. Да хрен с тобой, успею. Ты что так долго? Все, нам никто не будет мешать. Я всегда с собой беру видеокамеру. Ты такая красивая. Ну все, я таю. Ладушки выиграют или нет? Поэтому так влажненько. Что-то ничего не видно. Все, блядь, открою. Ой, что это? Сука. О-оу. Я тебя предупреждал. Ой-ой-ой. Я тебя по-хорошему попросил. Давай сюда все деньги, которые я тебе дал. Чу. Ладно. Почему ты словами не понимаешь? Долгой дневник, мне не подобрать слов, чтобы... Все, теперь у нас точно не побеспокоит. Наконец-то. Покажу конец-то. Мне отобрали все денежки, которые я тебе наработал. Блин, мама звонит. Не бери. А вдруг что-то случилось? Бери, бери, бери. Бара-бара-бара. А мне Настя не дала. Алло. Мне дали холосых пиздюлей, поэтому я пишу, что я сидеть не могу. Как вылез? А ты куда смотрела? Что случилось? Стёпа, собака скушала. Соболезную, я не знал, что у тебя есть брат. Да какой брат? Это хомячок мой был. Ой, прости, пожалуйста.